Всем привет, ребятки! Это мой ужин на сегодня, или так называемый мой вечер. Мы сегодня приехали в 12, ну, короче, по первого дня. Вот. Совершенно верно. А я никогда их не читаю. Все поспали, отдохнули. Я, естественно, нет. Вот. Сейчас сижу, ужинаю. Вот. Ужинаю я блины с сахаром и попить водичком. Завтра мы всем классом, там кто идет, там не весь же класс идет чисто. В 11:30 встречаемся у школы и идем. Кто придет? Идем в кафе со всем классом, типа как девочек на 8 марта. Вот. Я себе разогрела 2 блина, так как у меня сейчас идет эфир. Опять же, не у меня, а у моего подписчика. Вот. Моего любимого подписчика. Сейчас эфир, поэтому это видео не будет долгим. Нарезала себя вот такими кусочками разнообразными. И сижу кушаю. Вот. Так вот. Поэтому это видео не будет долгим. И я сейчас немного с вами посижу. Вот, поговорю, расскажу, что хотела вам рассказать. Я предупреждаю сразу. Если под этим видео будет открыт комментарий, потому что меня открывают не под всеми видео. Причем жаль. Задавайте мне в комментариях вопросики. Я буду на них отвечать. Вот, мне очень интересно отвечать на вопросики. Но... Мне написали уже 6 комментариев, то есть под ним видео 2 комментария, по другим 4. Вот. Всего, если посчитать, будет 6. Нам сегодня должны были прийти гости. Но поменялись у всех планы и не пришли. Написали нам только 15 или 20 минут назад, что они не придут. Хотя мы уже подготовились. Ну ладно, это не беда. Попозже посидим с мамой наедине. Поболтаем. Так вот, я не договорила. Если под этим видео будет открыты комментарии, потому что я не знаю, открываю не их я, не я их открываю, ну, поставь на стул, я потом его возьму. Вот. И если они будут открыты, задавать мне вопросики, я одно личное видео создам, где я отвечаю на все вопросы. Первый вопрос, который меня заинтересовал, тоже писали в комментариях. Так вот. Вопрос, который меня заинтересовал совсем, это: а у вас что, на заправках шофёрам разрешают самим наливать бензин? Это да. Там есть помощники, но они помогают тем, которые еще не особо знают, как пользоваться. Вот. Ну, вообще-то, как бы да. Потому что... помогают тем, кто, типа, не профессиональный и, типа, ну, там, может, второй или третий раз только заезжать на заправку. Вот, конечно, оплачивать ходишь ты сам. Вот, наливать там ты хочешь, даже если ты профессионал, у тебя не охота выходить из машины, просто говоришь номер того, чем тебе надо заправить, и он тебя заправляет. Вот. А так нам разрешают с мамин заправлять машину. Ты не можешь вот так ускакивать без моего
Еще меня спрашивали, долго ли я ехала и в какой город. Ездила я в город Мичуринск. Долго ехать, недолго, не знаю, как по мне, но по мне недолго ехать. Туда мы ехали 2 часа, а оттуда мы ехали 1:30. Туда мы ехали ровно 2 часа. Я вам частично снимала, не знаю, что там получалось, даже не отмонтировала ничего, потому что в дороге в телефоне сидеть нельзя, потому что начинают сразу головокружение, тошнота. И вот когда я ехала оттуда уже домой сегодня, мне очень было плохо, потому что я сидела, сначала переписывалась с Таней, потом отвечала на вопросы, которые мне задавали. Короче, как-то так. Сейчас теперь кто-нибудь писать. Как так можно кушать блины с сахаром, еще забивать водой? Легко. Вот моя вода, которую я брала в поездку. Так в итоге я ее почти не выпила. Почти. Вот, и я вот сейчас даже не буду никуда ходить подливать, я прям возьму и подолью из этой бутылки. Мой братик уже поужинал, я ему готовила макароны с сосиской и яйцом. Завтра, если я пою, не буду занята. Когда я пойду в школу, возможно, я засниму какое-нибудь разговорное видео по пути. Либо когда мы уже пойдем со всем классом, и мы с Таней идем, конечно же, в паре. Вот. Я вам как раз засниму. Я не знаю, может быть, у нас и получится еще заснять что-то в кафе, но обещать не буду. 7. Короче, как-то так. Это охота и вам снять видео, и охота побыть на эфире, на прямой трансляции. И даже не знаешь, как куда рваться. Охота и тут, и там. Лиды кормить не буду, у них там еще осталась морковь. Кормлю их завтра утром. Мое утро, не знаю, будет выходить или нет, потому что все будут дома. Завтра выходной. У нас завтра не учебный день. У нас завтра просто чисто мы встречаемся в 11:30 у школы всем классом, кто там идет, конечно же, с учительницей. И потом, когда там все уже придут, можно идти. Я пойду, буду выходить пораньше, не буду идти спешить. Лучше пройти пораньше, чем опоздать. Кто со мной согласен, поставьте лайк. Не говорю. Напишите комментарий, кто со мной согласен, потому что мало ли мне будут открыты комментарии, потом мне все будут говорить, то, что типа вот у меня открыты комментарии. И вот типа ты нам сказала. Ну, в общем, кто с таким же сталкивался, тем и я пойму. Ну и так, в принципе, как-то так. Поэтому всем пока.